как повысить финансовую грамотность приморцев. За круглым столом обсуждали это банкиры, кредиторы, служащие по защите прав потребителей. По статистике, каждый пятый не контролирует расходы и доходы, пренебрегает налоговыми льготами и не задумывается о пенсии заранее. Финансовая безграмотность приводит к убыткам не только в бизнесе, но и в бытовой жизни. Для решения таких проблем уже работают первые проекты в этой области. Студенты школы экономики и менеджмента ДВФУ объяснили ключевые финансовые понятия 30 пенсионерам. А в июне для всех желающих в ДВФУ будет неделя финансовой грамотности. Подробнее о мероприятии разместят на сайте Банка России. Работа по совершенствованию регулирования различных сегментов финансового рынка не даст необходимого развития, если потребители финансовых услуг не будут понимать сути предлагаемого.